И всем здорово, с вами Марбрик. В сегодняшнем ролике я решил показать, как я улучшаю графику на самом Марбрике. И, возможно, еще до этого видео вы заметили изменения на шапке и на аватарке, так как они довольно значительные. Кстати, это будет уже четвертая версия Марбрика. Первую мои давние подписчики помнят, она была полностью без теней и какая-то более плоская. Вторая – это уже добавление тени, но тени были слишком не мягкие. А третий вариант – уже сейчас. Кстати, это уже четвертая версия самого Марбрика. Первую вы наверняка знают все мои давние подписчики. Второй же вариант знают уже почти многие, так как он поменялся совсем недавно. И третий будет сейчас. Но погодите, я же назвал всего три варианта. А все потому, что до первого варианта был еще один. О нем знают немногие. Но если вы хотите поподробнее, то тогда давайте соберем хорошую сумму. Хорошая сумма подписчиков, например, 500. Вот тема к юбилейному ролику наконец-то подъехала. Я обычно не говорю, что будет, но уж так, нам осталось всего 75 подписчиков. Поэтому надеюсь, мы соберем данную сумму до 17 марта или хотя бы чуть-чуть останется. Потому что тогда исполнится 2 года моего канала. Ну что ж, надеюсь, я вас заинтриговал. Подписывайтесь. Ну, данное видео, так сказать, не будет довольно интересным, потому что я буду добавлять всякие разные эффекты. Так как размытие я уже добавил, а все остальное давайте уже смотреть. Я решил записать это видео сразу же беззвучно, чтобы не было никаких проблем, шум и так далее. Первым делом я решил добавить несколько градиентов, так как градиенты делают довольно-таки красивые изображения. И наконец-таки нашел программу, в которой я могу ими нормально пользоваться. Далее я решил вот так вот немного его осветить. Думаю, это понятно. Также я решил добавить тень. Думаю, это довольно хорошо улучшит сам вид картинки. Дальше я решил добавить классный отблеск от солнца. Ну а потом я решил добавить несколько классных эффектов, которые бы улучшили все в хорошую сторону. Ну что, для меня создание подобного ролика было довольно-таки интересным. Оцените оформление на своем канале, улучшилось оно или, по вашему мнению, ухудшилось. Кстати, когда я рисовал, то появились всякие вот эти хрени полосочки на заднем плане. Но думаю, они не будут мешать. А на этом все. Всем удачи, всем пока!